Привет, друзья! Играю в Divinity Original Sin, улучшенное издание. Очень мне нравится эта ролевая игра. Сегодня поделюсь с вами небольшим лайфхаком о том, как быстро открыть сундук короля брака. Это король нежити, с которым вы обязательно столкнетесь где-то в середине игры. Прежде чем идти в церковь и сражаться с королем браком, зайдите обязательно в офис мага Арху. И у стола вы увидите вот такой вот свиток магический. Замечательный свиток, называется «Волшебная отмычка». Он открывает любые замки с одного заклинания. Обязательно захватите с собой этот свиток, он вам еще пригодится, когда у вас пойдет квест на сражение с королем нежити. Если вы хорошо постарались и все-таки победили короля брака, вы найдете его личный сундук. На сундуке стоит магическая печать, сундук невозможно открыть отмычкой, поэтому здесь и пригодится наше с вами заклинание. Выбираем заклинание. Отправляем на сундук, трах тебе дух, и сундук открыт. А в сундуке вы найдете достаточно полезный лут. Ключ тоже можно поискать, но наличие такого альтернативного пути открытия сундука говорит о том, что перед нами действительно очень стоящая ролевая игра.